Устали ждать обещанного и пришли к зданию правительства региона. Больше 20 дольщиков дома номер 8 по улице Мишина устроили пикет. Застройщик многоквартирного дома, агентство жилищного строительства Омской области, которое, напомню, по указу губернатора, должно быть ликвидировано. Получить ключи от своих квартир, а все 108 в этом доме, напомню, были выкуплены, жильцы должны были еще в декабре 2014 года. Здание сейчас готово на 90%, но заселяться в него нельзя. Экспертиза показала, в доме необходимо усилить перекрытие, выполнить работы по наружной кирпичной кладке. Застройщик уверяет, все необходимые документы переданы в Госстройнадзор и в очередной раз обещает, дом сдадут. Теперь в июле 2017 года. Люди взяли ипотеки, снимают квартиры, и у всех проблемы. И когда это будет закончено? Я как бы понимаю, что да, там частная компания или кто-то может людей кинуть. Но здесь правительство Омской области, люди поверили. Добавлю, что Следственный комитет передал в суд уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Омской области Хабулды Шушубаева. Он обвиняется в хищении чужого имущества, мошенничестве с использованием служебного положения и незаконном получении кредита. Из-за действий Шушубаева пострадали около 300 дольщиков микрорайона Ясная Поляна.